Я-я-я-я. Ах, владеть подвалом хорошо, но еще лучше купаться в этих прокладных кругленьких полетах. Это бесплатно. Эх, я опаздываю. А как жалко тратить деньги на такси. Эй, а где чаевые? На, перекуси. Никакой выгоды. Но я уже поступил на службу, дядюшка Скрус. Я хочу увидеть мир. Я могу купить тебе глобус. Я только тебе могу их доверить, Скрус. Какое счастье. Да уж. Нам ничего не разрешают в этом доме. Во дворце 75 комнат, а он держит нас на чердаке. Что вы здесь делаете? Просто вы соскучились. Вот как? Ну, раз уж вы здесь оказались, то походите посмотреть. Если бы только частные школы не стоили так дорого. А вы все же собираетесь на поиски затонувшего золота? Не принимаю вызов судьбы, не разбогатею. Свою жизнь я трудился в поте лица, чтобы хоть на шаг обойти шакала вроде Гломгольда. В глубине души я всегда боялся, что когда-нибудь почва поплывет у меня под ногами, и эти шакалы перейдут меня, и вот этот день наступил. Money, money, money. Я все еще номер один. Я нажил его, будучи умнее самых умных, и упорнее самых упорных. И я заслужил все до последнего пени, потому что все заработал честно.